Арвин. Члены экипажа сухогруза «Арвин», потерпевшего крушение у берегов Турции в Черном море, сняли на видео первые минуты катастрофы. Камера запечатлела, как судно просто переломилось пополам, а за кадром российский капитан корабля Виталий Галенко скомандовал всем надеть гидрокостюмы. «Мэйдэй! Мэйдэй!» — это сигнал бедствия. «Мое судно переломлено! Мое судно! Мэйдэй! Арвин! Арвин!» — сообщает по рации о крушении командир корабля. На видео слышна ненормативная лексика и приказ «гидрокостюмы!», а затем кто-то из моряков кричит «тонем!». Капитан продолжает вызывать помощь, видео обрывается на второй минуте.